Также сегодня еще один немаловажный праздник у людей, которые всегда начеку, которые хоть в огонь, хоть в воду, в любое время суток и независимо от погоды. Свой профессиональный праздник отмечают спасатели Казахстана. Уральских специалистов сегодня наградили внеочередными воинскими званиями и почетными грамотами. Эти люди находятся в постоянной боевой готовности. Автокатастрофы, пожары и техногенные аварии – все это ложится на их плечи. На территории нашей области их около 1500 в различных подразделениях департамента по чрезвычайным ситуациям. А многочисленные тренинги и учения говорят об их подготовке к любым непредвиденным ситуациям. За 12-9 месяцев 2013 года было совершено более 5000 выездов по тушению пожаров, по ликвидации ЧС природного и техногенного характера. И в этих вот выездах были спасены несколько сот человек из горящих зданий, скажем так, и из водоемов нашей области. Но сегодня у спасателей праздник. После торжественных речей и поздравлений они получают внеочередные воинские звания и грамоты. Майор Замир Уразгалиев в этот день стал подполковником. Он отдал службе в пожарной охране 17 лет своей жизни. Самая главная задача у нас – тушение пожаров. И в связи с этим, значит, на каждый звонки, тревожные звонки мы выезжаем. И на аварийно-спасательную работу выезжаем. А также, как вы знаете, в 2011 году у нас был паводок, и на этом паводке тоже участвовали мы. Спасатель – одна из самых благородных и мужественных профессий. Хочется пожелать им поменьше опасной работы, хотя бы в праздник. Роман Копняев, Айбулат Джигапар, Александр Грабарев, ТДК-42.